Привет, ребята, меня зовут Антон, мы продолжаем играть в The Binding of Isaac Rebirth. Итак, у нас модификация обновилась и стала еще круче. У нас есть два красных сердечка, но мы можем сейчас пойти в сделку с сатаной, соответственно, эти два красных сердечка обменять на предметы. Но я думаю, что рановато или нет? Или не рановато? Нет, я думаю, не рановато, просто потому, что на этом этаже нет зубастых комнат вообще. И это абсолютно не круто. А теперь нововведение. Раньше вот где-то здесь было сердечко красное, которое отнимало одну единичку здоровья красного и давало одно синее сердце, или два, не помню, по-моему, одно. Да, одно точно. И урон повышало. Ну, теперь мы просто так взяли и просрали руну Петру. Да. Замечательно просто. Итак, хотел взять сердце, потом вспомнил то, что не надо. Не надо, пока у нас здоровье есть нормальное. Мы взяли L-Stats Up и взяли вещь, которая нам урон повышает. То есть прекрасно. Отлично. И еще больше урона. Великолепно. Я не знаю, правда, зачем это Rulis Care. Вообще не понимаю. Но пускай будет, хрен бы с ней. Это вполне нормально. Вроде как уровень сложности немножечко сбалансировали. Это меня очень сильно радует. Опа, ну а... Да вы чё? Давайте полет сделаем тогда, в таком случае. Во-первых, нож, конечно же. Ногу Каина. И тройной выстрел, который... А, это сразу несколько... Куча ножей, просто так, что хоть... Нет, я не буду грубить и выражаться некультурно. Я просто хотел сказать, куда эти ножи пойдут, в какое место. До свидания. Великолепно, просто. Я вас всех порежу. Я вас порежу, ребятки. Так, значит, пока давайте мы попробуем найти секретную комнату. Вот она. Эффекты очень круто сделаны, надо признаться. Да, великолепно. Чувствуется, что проделалось колоссальное вообще, колоссальный труд был проделан над этой модификацией, колоссальная работа, колоссальное качество. И да, действительно, вызывает уважение. Стоп, я что-то не туда зашел совершенно. Нам надо сейчас теперь найти супер секретную комнату, она либо здесь, либо здесь. Их, кстати, пофиксили, супер секретки. Теперь они стали не такими выгодными, как раньше. Но у нас есть три монетки. Давайте мы сейчас вольем в этот автомат. Да! Шикарно, просто великолепно. Теперь у нас еще есть и хрустальный шар на старте. Что может быть прекраснее? Опа, кто там? Кто харкается? Нет, нельзя. До свидания. Гуляй, Вася, отсюда. Понял? Гуляй, Вася. Так, мы обе вещи можем... Нет, мы не обе вещи можем взять. Мы можем с вами взять либо одно, либо другое. Давайте квадрошот. Пускай будет... Это будет 4 ножа. Это будет теперь 4 ножа. То есть было 3 ножа, а теперь 4. Просто супер, что я могу сказать, да? Мы уже с вами собрали суперсет. Великолепно. Так, и что у нас тут есть? Полный сбор и фарш. Что за карта? Джеджмент, попрошайка. Я думаю, мы его оставим, может? Вполне возможно. Босс комнат здесь нету, поэтому давайте-ка сейчас карту используем Джокера. Урон, пакт. Конечно же, да, мы его возьмем. Естественно, по понятным причинам. И опять Рирскер, который, как аналог автомата с предсказаниями. Еще раз давайте сделаем. Так, опа, гопнички вы мои, вы что тут, вы не на свой район попали, поэтому я вас просто обратно депортировал. Так, ты, я знаю, что тебя брать не буду, ты подонок, ты жрешь все, к чему прикасаешься, поэтому пошел ты. Он монетки берет и просто вместо монеток какую-нибудь шваль дает, типа красного сердца, которое нашему персонажу нужно как собаке пятая нога, в общем и целом. Так. Что-то паучок просто как будто растворился. Как будто растворился, просто раз и нет паучка. DMG Up. Великолепно. Кстати, паутину апгрейдили. Прилично так.
А опять пауки. Вы издеваетесь. Зато у нас много-много синих сердечек. Это великолепно. А можно также воспользоваться бомбой, пробиться в эту комнату. Как ее там? Ну, в комнату, ну вы поняли. Короче. В которой у нас могут быть разные предметы. Но я думаю, что по-хорошему-то смысла нет туда идти. Вообще. Потому что вряд ли там какая-нибудь будет хорошая, отличная вещь. Скорее всего, какая-нибудь шушера. Ну, шваль, грубо говоря. Тихо. Они все такие наивные. Они думают, то, что сейчас подойдут, и им будет хорошо. Им хорошо не будет. Им весело не будет. Я их прирежу. Просто раз ножом. Мамочкиным ножом. Не просто ножом, а мамочкиным. Мамочка когда-то этим ножом курицу разделывала. Вот так. А я сейчас режу монстров. Ее этим ножом. Так, мы берем эффект Стомпи. Конечно же. Конечно же. А далее. Ключей много. Да все друзья больше становятся. Больше скорости. Больше скорости. Да не помешает нам больше скорости. А, возьмем. Это нормальное явление. Теперь мы сюда зайдем. Что за пилюля? Феромона. Так, книга призыва братиков-монстров. Но мы как-нибудь воздержимся от такого великолепия. Спасибо за сердце. Все. Все. То есть теперь нам по факту осталось найти секретную комнату, да? И суперсекретную комнату. Это действительно нам понадобится, это действительно нам нужно. Суперсекретная комната, я предполагаю, может находиться. А, тут она нихера не может находиться, да? Ну здесь. Вот. Вот она, скорее всего, где находится. Я, кстати, забыл про эффект Стомпи. Совсем забыл. Так, что-то как-то грустно он тут стоит. Пошел он нахер, не буду его трогать. Бестолковый автомат. Целая басня, да, про него. Ну, магазин он... А, магазин, супер. Секретная комната. Я уже совсем забыл, что мы эту секретную комнату уже открыли. Называется, пошел на поиски уже открытой секретной комнаты. Это браво. Самое натуральное браво. Монетки. Нам прям дают монетки специально, чтобы мы попрошайку, что ли, использовали. Ну, давай. Хорошо. Быть может, он нам что-то даст хорошее и полезное. А, попа паука. Ну, не самая лучшая вещь. Но, во всяком случае, мы ее взяли. Давай, обнажай своих маленьких... Корешай. Корешай. Я тебя порежу, понял? Понял, барбекю с тебя сделаю. Шлишка ты. Вот так вот. Я проник в него. А либо damage up, либо... Короче, я не буду проверять. Просто предпочел сразу взять апгрейд на урон. Гарантированный, в принципе. И пойти дальше, потому что... Я не помню, тот шприц, он тоже, по-моему, дает больше урона. Или не тот. Или фиолетовый шприц дает больше урона. Не помню, честно. Чего не помню, того не помню. И прежде чем что-либо делать, давайте мы пойдем в боевую комнату. О, сквизи! Давай. Кстати, я не заметил, как только что просрал просто так ключ. И у нас ключей-то не осталось больше. А, ну теперь есть. Теперь хотя бы есть. Ключики-то есть. На. На тебе, стерва. Ах, вы шалавы прыгающие. Все. Все. Басня окончена. Идите, братная. Ах ты чуть, блин, падла такая хитрая какая. Понеслась на нас. По кочкам. Слушайте, а зачем я с ними со всеми сражался? Я только сейчас вспомнил то, что я туда пошел. А, для того, чтобы карту Джокер использовать. Но я зачем-то начал их убивать. Где смысл? Ладно. Хорошо. Пинтограмму. Пинтограмму. Так, HP Тирзап. Давай. Короче, все. Все, мы с вами такой теперь урон набрали, что мама, не горюй. Абсолютно. Горевать не будешь, мам? Че? Че? Че, мама, говоришь, горевать не будешь? А мама не будет горевать, все, точно. Ну, Айзека будет, а другая никакая нет. Другая будет довольна. Просто сейчас ножи выпустил, и как будто эти какашки все дружно сбрил. Звучит как-то, конечно, немножко вульгарно, но это, ну, именно так и есть. Это просто как будто по ним плугом прошлись, гребаным.
Так, ну что, еще один эффект Стомпи. Стомпи на Стомпи получается Супер Стомпи. Наверное, да. Вот он на урон, шприц. А тот серенький, он, по-моему, что-то там на скорострельность или как-то так. В общем, типа того. И можем, кстати, магазин прорваться. Я, правда, не понимаю, зачем. О, лазерный братья, хорошо. Ну, давайте пройдем. Ну, ради интереса. Вдруг там что-нибудь такое интересное, прикольное. Нет, нет, ничего прикольного здесь нет. Давайте мы будем там вкладываться. Ух ты, красная свечка. Интересно, а что она делает? Прикольно, вообще ништячок. Надо автомат с донатом активно спонсировать. Это то, что нам надо. Так, слышь ты, Глист. Он услышал. О, чик-чик. Расслабьтесь. На. Получили людей, да? Грамотно получили. Иди сюда. Иди сюда. Крепенькая ты моя головка. Раскройся. Вот, все, хорошо. Что это? Balls of Steel, который нам вообще сейчас не нужен. Потому что и так у нас весь бар со здоровьем полон. Нам бы еще полет. И было бы просто великолепно. Да на. Я, кажется, понял, где у нас находится суперсекретная комната. Да, вот она здесь. Ну, это просто идеальное место для нее. Знаешь, говорю. Так, бомба. Нормально. Нормально. Бомбы, они никогда лишними не бывают. Ну, секретную комнату мы с вами открыли хрустальным шаром. Так, тихо, тихо. Тихо вы. Да вы что ж творите? Это что за безобразие происходит? Никакой коммунистической партии на вас не хватит. А ну все, уж отсюда. Так, Димджаб или Димджаб? Вот в чем вопрос. Ну давайте возьмем конкретный Димджаб. Вот, будет нормально. Тут мы уже побывали. Все, все. Больше ничего интересного здесь нету. У меня просто такое ощущение возникает, как будто мы приходим на эту карту, полностью ее насилуем во все щели, и после этого переходим на другую, на другой этаж. Да, вот, вот именно так, именно в таком порядке. Это немножко дико, но больше ассоциаций никаких не напрашивается. Никак иначе не назовешь. Ну, зашибись. Идиоты. Так, ну хватит ты тут. Не пульсируй, не пульсируй. Кыш. Шом. Берем. Берем. Тирзап. Все нормально, пригодится. Окей. И императрицу заодно дали. Ну, вообще, великолепненько. Иди ты, срань такая. Тихо. Тихо, кому сказано. Получил тунца. Так, пин, да? Пин, да. Я только что понял, какое я сказал словосочетание. Это был вопрос, конечно, пин, да? Типа пин, да? Верно, пин, да? А получилось как пинда, ну ладно. Окей, давайте черное сердце. В данном случае половину, спасибо. Ну все, все, идем к боссу старачей. Тут сразу на всех у нас грабли широкие. Спасибо за ключ. Ох, так, вы стервы. Вот же стервы, ты подумай, какие. Значит, range up это надо. Chemical damage. Ядовитый урон. Так, ну у нас, по идее, дальность теперь нормальная, да, должна быть? Ну, в принципе, сойдет вполне. Так, стервозные пижамы, не. Ребятки, ну прекращайте. Я не знаю, зачем сюда пришел. Ладно, давайте будем туда вливаться в автомат с донатом. А то последнее время он очень капризничает. Не хочет монетки принимать. Все время зависает. И меня это отнюдь не радует совершенно. Ай. А че, почему я в секретку-то не зашел? Не понял. Это неправильно, это не есть гуд. Быстренько. Эффект замедления, да? А, нет, это любовь папочки. То есть теперь еще будет огромная
куда и нога прыгать на нас. Так, аккуратно. Слушайте, а... Что? Откуда мы урон получили? Что за херня вообще происходит? Это все проделки папиной ноги, что я не понял? Походу, да, это он нас топчет. Тут пидрило. Это еще папочка, блин. Какой это папочка-то? Это стервочка, а не папочка. Я даже не пойду в суперсекрет, потому что они какие-то стали тут отстойные в этой версии. Взяли грибы, раздавили. Жесть. Ну, конечно, и лап, который нам дает в результате бонус к урону. С каждым этажом, по-моему. Я так и не понял, как там эта фишка вообще действует. Но все же, смысл вы поняли, да? Пошли дальше. В принципе, самое главное — открывать золотую комнату и магазин. Остальное не так уж и важно. Карту. Давайте, гоните. Вот на этот раз я не буду уже тут сейчас сражаться ни с кем. Просто телепортируюсь тупо и все. Монеты, кстати, дали много. Снова димджаб. Дико просто. Давай. Подождите, а как мы взяли на красное сердечко предмет, когда у нас красных сердечек не было? Или я что-то не заметил? Я, наверное, что-то не заметил, скорее всего. Ладно, не суть как важно. А если бы мы взяли ту прожорливую сволочь, которая монетки жрет, то фиг бы сейчас у нас столько монеток набралось. Сила? Не, не надо. Пускай будет императрица лучше. Тварь. А, грибочек. Speed range up. Это хорошо, это очень-очень круто. Это именно то, что нам надо. Даже более того, это то, что нам необходимо. Давай, бомбу на бомбу. Именно то, что нужно. Червячок. Хороший червячок, очень приятный. Что здесь будет? Книги? Да, некрономикон. Который бестолковый. Так, зарядим, используем. Что тут? Сердца удваивать. Зарядим, используем. Солнышко, да. Пускай будет солнышко. И урон наносит, и карту открывает. Ну, пригодится, как такая пассивка. Точнее, активка. Наоборот, а не пассивка, это я уже заговариваюсь. Это, по-моему, тирзап. Да. Хорошо. Это больше удачи. Еще ключи придачу дополнительно. Великолепно просто. Ну вот эта муха, это... Ну муха это и есть муха, она летает. Башка. Но зато она как-то активируется каким-то образом. Я не знаю каким, правда, если честно. Это, наверное, не так важно, я думаю. Ах вот банда. Это банда мух. Дикая-дикая банда. Иди отсюда. Шлепок. Я не знаю, почему я этого привидения назвал шлепком. Но почему-то иначе я не могу его назвать. Только шлепок. Эй, шлепок! Ладно, пойдем вкладываться в магазин. Ах ты, пидор, блин. Маска гребаная. Мать твою. Полета на вас никакого не напасешься. Компас. Ну, у нас есть хрустальный шар. Ну, если автомат загрузит, тогда купим компас. Давай, 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 давай. Просто великолепно. Ага, замечательно. Теперь компас не купишь. Ну, ладно. Ладно. Быть может, мы еще с вами в суперсекретной комнате найдем кучу монеток. Это нормальное явление. Хотя я больше чем уверен, что мы там нифига не найдем в этой суперсекретной комнате полезного. Что это? Не надо. Какую-то херню дают? Даже не думать, походу, что дают. Ох ты, блин! А я тебя прирежу. Что-то у меня какая-то нездоровая тяга всех прирезать. Это, наверное, немного ненормально, да? Ну, это вы не удивляйтесь. Это все от доброты. И где? Ты пошла нахер этой суперсекретной комнаты, блин. Сейчас буду исходить и искать.
Гиш поплатился за свою прыгучесть. Ха, дебил, перепрыгнуть не можешь, да? Ха-ха, шлюшка. На. Опа. Это что такое? Не, давайте димджап. Я хотя бы знаю, что это димджап. Больше димджапов лучше. Для нас же. Нет, тут нету камней, чтобы их взрывать. Ну, взрывать, синие сердца от них брать. Так, ну босс-комната это идеальное решение. До свидания. О, fire rate up. Давай. Так. И пускай будет. Пускай у нас будет такой терзап, который только можно. Правда, зря, наверное, все это взял. Ну, хер с ним. Кстати, ключ. Иди сюда. А, давайте. Я не знаю, что это за вещь такая. Spirit Bomb. Вообще непонятно. А, хорошо. Привет. Привет. У меня бомб много, поэтому я тебе сейчас тут поставлю одну. Не против? Он не против. Что это? Паралич? Нахер себе засунь. Паралич. Вот хорошо, что мы не дали вот этому кровавому поносу что-либо сделать. Че это за... Это наши слезы? Пипец. Круто. Ладно. Так, Вильману мы просто не дали прыгнуть тупо. Ох ты ж стерва! От кого? Ёпти. Ну, херофант, ладно. Ай, нормально. И снова... И снова мы получаем сердце синее. Круто. Это было как-то стрёмно. Не, конечно, давайте императрицу. Не надо нам никаких хайпристос. Обойдемся. Черви, черви любопытные. Идите в баню. Понятно? С этим автоматом. С ним, в принципе, можно было бы поиграть. Чисто теоретически. Слезы у нас будут теперь, получается, самонаводящимися. Это великолепно. Это шикарно. Еще теперь будет мокрая дорожка. Влажная от нашего персонажа. Да. Ладно. Давай, мух, автомат. Мух. Мух дашь? Буду рад, если дашь. Урон у нас, в принципе, и так уже до хрена. Ну. Он урожай уже, слышь? Не смешно. Товарищ разбрасывается тут. Ну, да, да и блин, я уже тут задолбался туда-сюда ходить-то. А, ну замечательно, он решил нам вообще 99 монеток дать. Красавчик просто. Ладно, окей. Значит, надо будет магазин посетить. Ох, потрясающий ножичек с самонаводящикой. С самонаводящикой. Камень. Блин, как назло, с него синих сердец не дали, ублюдки. Не надо так. Саморежущий ножик, вот как надо было назвать. Это целая технология. Ах ты стерва. Почему этот скелетон стрелял в одну сторону, а попал в нас? Это бред. Это неадекватно, неправильно. Ни разу. Знаете что? Я не пожалею бомбу. Убай, блин! Зашибись. Напоролся на костер. Три сердца. Три сердца, ёлы. Чё ж теперь делать-то с этим безобразием? Ладно, мы хотя бы сердце взяли. И пауков тоже. Идите в пень. Так, жадность. Успокойся. За синее сердце отдельное спасибо.
Монетки нам уже совсем не нужны от них толку. Как от козла молока примерно. В такой консистенции отцы. Давай. Посяп. Ой, не туда. Ну, папина нога нам помогла на этот раз. Так, ну что, суперсекретка? Да. Очень любит суперсекретка находиться рядом с боссом. А, то есть это прикол такой, да? Будто мне мало одного хрустального шара. Ну, давай мы тебя зареролим. Ядовитое прикосновение. Ну, пускай, хорошо. Почему нет? Ай, зек! Это папина нога какая-то слоупочная совершенно. Ай, зек! Вот так. Жирок ей прям. До свидания. Пойдем к синему ребеночку. Почему нет? Ух. Если бы чуть побыстрее бы передвигались, то, возможно, открылся бы разлом, в котором было бы куча боссов. Это действительно круто. Так, Жокер. Давай Жокера мы используем. О, Крампус еще и все с вопросами. Увы. Это не то, что нам надо. Че, хрустальный шар не заряжен, писец. Монетки, бомбы. Ключи, нахер нам это надо, блин. Кто бы мне сказал. Я что-то вообще не понимаю. А и чё, а? Тихо, пойди, стерва. Кто? Пульп, что ли? Маленькая залупа выросла. От вас еще это хер остается, блин. И мерзость. Толстыца отдали, слушай, подумай. Ой! Свидания, гуляйте отсюда. Что у нас там? Урон у нас великолепнейший. Дабл шот еще. Куда у нас и так ножи до херища? Куда уж еще больше-то стрелять? Давай, губастик. Не надо. Не вылезай, сиди смирно. Ну что, конечно же, это предложение, от которого нельзя отказаться. Просто тупо сразу босса убить при входе в комнату. Это ж весело. А, то есть выбор на выбор. Ну давай. Че, тут нечего сделать даже? Ну и ладно, пойдем тогда. Отсюда. Итак, мы открыли босса. И сойдет вполне. А, ну, а тут вообще проклятие уровня. То есть непонятно что. Блин! Дрянь! Мы же могли взять два сердца! Ладно, ничего. Еще всех тут замочим с тремя сердечками. Мало никому не покажется. Сволота-то какая, а? И что тут устроили себе? Лежбище уродов. Цирк гребаный, без клоунов. Так. Я сейчас тут со всеми с вами поговорю индивидуально. У меня вон много ключей. Какашек много тоже. Блин. Ни одного сильного сердца. Твари. Это я вовремя. Как ты попал по мне, тварь? Конюга сивая. Ёлы-палы, блин, ребятушки. И что здесь делать-то? Кстати, спасибо, что мне в комментариях написали, что это не тентакли, это нервы. На нервы, да, похоже, действительно. Ох, щи, блин, ну тихо. А, ну тут вечеринка говна, понятно.
Говняная вечеринка. Точно вам говорю. А, еще и мамочка, да, в придачу. Зашибись. Одно сердце. Дрянь. Я надеюсь, это все. Больше не будет мамочкиных рук. Не, ребята, это не дело. Давайте искать суперсекретку. Я так не могу. Где же? Где же? Где же она, когда нужна? Черное сердце. И что делать, блин? Тут может быть суперсекретка. Твою мать. Что ж за херня-то? Ёпте. Кощай. Нет, мы сейчас найдем ее. Где она спряталась? О, это что-то точно. Понятно. Это у нас обычная секретная комната. То есть ни о чем. Ну, три сердца, окей. Окей, три сердечка. Ну что, с тремя сердцами завалим мамочкино сердце? Не знаю. Но попытаться стоит однозначно. Тихо, ты ебать! Это офигеть, ребятки. Ух ты, блин. Ауч. Жесть какая-то. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.